Даже не знаю, как вы думаете, какой в этом году урожай будет? Да я думаю, средний. Я думаю, похуже, чем в прошлом году. Ну, получше, чем в будущем. Вот хорошо бы. А то я, знаете, у меня мешок картошки посадила, мешок собрала. Так это хорошо. Ни одна не пропала. Тамара Ивановна. Да. А у вас пугало есть в огороде? Да зачем мне пугало? Я сама целый день на грядках. Лицом в землю, кормой к солнцу. Напрасно, я вам скажу. Очень полезная вещь. Я у себя такое страшное пугало поставил. Мне вороны за прошлый год урожай вернули. Да вы что, слушайте, да? Надо прям подумать, прям не знаю. Слушайте, надо, какая вы пугало. Интересная женщина. Ой, да что вы. Вот бы мне такую. Вы меня смущаете. Вам такую. А жена не заревнует? Так а я не женат. Да что вы. Да. Такой интересный мужчина. И не женат. Как же так получилось-то? Да вы знаете, как-то вот не найду свою половинку. Даже в газету объявление давал, в садовод. Ты что вы? Да. Познакомлюсь с женщиной, коротко о себе. 20 гектар огорода. И как? Да как-то ни одна не отозвалась. Жаль. Жаль, что я эту газету не выписываю. Прям вот жаль. А я, знаете, все больше Айболит, исцели себя сам. Такую тут. Че, больная, что ли? Да что, я здоровая. У меня, правда, ноги болели, но я вылечилась. Народными средствами вылечилась. Прям за один сеанс я ноги гелем для ног лошадиная сила намазала. Представляете? 3 дня домой попасть не могла. Проскакивала. Вы знаете, я тоже к врачу пришел. Говорю, у меня в ухе звенит. Он говорит, так а вы не отвечайте. Да, к врачам лучше не ходить. У меня, знаете, у меня бабушка, когда ей 65 лет было, она пошла к участковому. Вот пришла, говорит, болят ноги. Та ее посмотрела, пощупала, говорит, ну, вы знаете, вы здоровая. Вам просто надо каждый день по 5 километров ходить. Представляете, 65 лет, каждый день 5 километров. Вот так вот, вот. Сейчас бабушке 91. Где она? Что с ней? Тамара, какая вы симпатичная женщина. Это что вы? А выходите-ка за меня замуж, а? Прям так сразу, прям замуж. Ой, у вас носки разные. Да с ними все время, с этими носками. Никогда пару не найдешь. Слава богу, у человека голова одна, а то и с шапками такая проблема была.